Когда иностранный гражданин уведомляется о принятом решении о неразрешении, ему разъясняется обязанность покинуть территорию Российской Федерации в определенные сроки. И только в том случае, если он не выйдет в эти сроки, тогда уже будет в отношении него принято решение о депортации. Будет решение о депортации и, соответственно, принудительная высылка за пределы страны.